Распаковка. Я обожаю распаковывать посылки. Посылки, подарки. Это клево, это сюрприз, это эмоции. Ты не знаешь, что там будет. И это очень клево. Мне это очень радует. Я знаю, что это. Какой кошмар. Некоторые я знаю. Мне очень приятно. Это какой-то для меня праздник. Даже реально это праздник. Мятая коробка. Очень ужасно мятая. Не могу понять, почему. Поехали, распаковываем. У меня подруга. Она мне... смотрит все каналы и с периодичностью запоминает, что мне надо. И потом она мне присылает, что мне надо. Давайте распаковывать, потому что коробок много. Это значит, приятностей много. Вот, сейчас подождите, разложим. Приятностей много. Но давайте, короче, наверное, начнем с другой приятности. Она слышала, что у нас сломался блендер. И она... А мы обсуждали с мамой блендеры. Мама любит готовить, любит консервировать, любит делать какие-то заготовки. Я тоже люблю готовить. И поэтому мы до этого говорили: Bosch, блин, Bosch, это дорого. Мы не будем покупать Bosch. И очень приятно, она купила мне Bosch. Прикольненько, да? И сказала, очень хороший. И она довольна. Просто... супер-пупер, высший класс. А мама такая на днях, короче, такая говорит: мне надо купить блендер, погружной блендер. Я говорю: мам, не покупай. Она говорит: почему? Я говорю: потому что мне пришлют эту супер-пупер штуку. Буду тоже что-нибудь блендерить, но мама вообще будет прыгать от счастья. Ну, вообще, сто пудов потом попробует Bosch и скажет, что Bosch хороший. Скажет: все-таки, наверное, Bosch, правда, качественный и хороший. Спасибо тебе огромное. Я знаю, ты будешь смотреть видос. Хочу тебе сказать спасибо большое. Мне очень приятно твое внимание. И мне очень приятно, что ты внимательно смотришь, наблюдаешь за нашей семьей. И очень это очень круто. Это очень круто, когда приятность не только тебе, но и всем твоим родным и близким. Ну, очень прикольный. Видите, какой... Так что увидите скоро, как мама на кухне стряпает. Ну, я буду какие-нибудь смузи-шмузи делать, да? Прикольно. Ну, вообще красота. Вообще огонь. Прикольно. Ставим. Потому что не упало. Давайте начнем вот с этого сюрприза. Что тут такое? Что тут такое? Коробка немного помятая. Наверное, кто-то что-то пытался там сделать с ней. Ножницы. Всегда для распаковок нужны ножницы. У меня их нет. Так, открываем. Буду открывать и говорить, что это такое, для чего это мне. И как это вообще мне пригодится. Какой-то Новый год. Для меня это вот реально Новый год. Новый год. Всегда в Новый год, да, мы подарки распаковываем. Лопаточка. Ничего себе, силиконовая лопаточка. Все-таки, короче, вы хотите, чтобы я вам что-то готовил? Хорошо, я буду готовить. У меня, кстати, где-то была силиконовая лопаточка, но я ее потерял. Прикольненько. Лопатка силиконовая. Блин, я сразу есть захотел. О май гарбал, what is this? Что это такое? А, мы разговаривали. Мыло для рук. Мелисса и Ромашка, ты, короче, вообще позаботилась обо всем. А запасной блок. Очень интересно. Видите? Органик, наверное. А, Сюнергетик. Мыло жидкое. Мыло жидкое, хватит, пригодится. Во! Зубные пасты. Ну, мне очень приятно. Я, конечно же, знаешь, что хочу сказать? Мне очень приятно. Я, может быть... О, какая-то классная вообще. Какие-то мужики здесь непонятные. Сливал зубы. Ой, представляешь, люди красивые. А, это тоже какая-то синергетик. Все, зубы будем чистить. Без фтор.
Ё-моё, а что у меня с балансом белым? Без фтора. Прям у меня цесерия, наверное, будет синергетика. Синергетика, я даже не знаю, что это такое. Вот это тоже какая-то помятая, бедная, что над ней надругались. Вот, отдохнул, посмотрел на Волгу. Первый раз видел Волгу и впечатляет Волга. И мне такой город спокойный. Вот этот как отельный, как это, в лесу, когда отели, домики очень прикольные. Утром такая тишина, птицы поют, они вообще прям воздух. Все-таки прям, да, кайфово, я прям кайфанул. Что я прям аж захотел на следующие выходные. У нас в городе есть тоже такой поселок, где в домах таких в лесу живешь. Что я прям захотел на денечек у нас в городе съездить. Ну что, открыли бумажка. О, это я люблю. Это моя любовь. Листерин. Защита от бактерий. Я обожаю такой листерин. Полоскайте рот после чистки зубов в промежутках. Зубная щетка, кстати, мне надо мою выкинуть. И это как раз... О, белая. Мне еще ни разу не было белых. Hard. Я люблю жесткие щетки. Потому что мягкие не люблю, а жесткие я кайфую от жестких. Вот, прикольно, реально первый раз у меня белая зубная щетка. Прикинь. Ну что это такое? Что это такое? Нарисован какой-то этот. Осторожно. Хрупкое. Что там хрупкое? Зубные щетки вообще надо менять. И вообще надо следить за зубами. И следить за своей нервной системой, потому что она может вам так стрельнуть в зубы. Нервы расшатаете себе. Вот у меня было такое состояние. Нервы расшатал себе, и они стрельнули мне в зубы. Еще, знаешь, когда мне я лечением занялся этим летом, я вылечил все зубы. Сколько это мне обошлось, я не знаю. Но каждый зуб у меня был зуб 1,8, 2 зуба 8 тысяч, 4 тысячи. Сколько раз по 4 я отдавал? Ё-моё, наверное, ёк-макарёк. Ну, много я дал. Я где-то вылечил допустим, 3, 4. Мне кажется, где-то 24 кэса я отдал. Еще чистка, 24 кэса. Наверное, где-то в тридцатку. Но это я вылечил зубы. Пломбы поменял некоторые потускневшие, где болели зубы. Но они у меня не болели, где... Пломба отлетела, реставрацию сделал. Короче, этим летом я занимался зубами. Вообще надо заниматься здоровьем, с собой. Не затягивать, не протягивать. Беречь себя, чтобы вы были всегда здоровенькие. О, что это такое? Интересно. Что это такое? Вообще, да. Блин, девчат, сейчас буду на разгрузке сидеть. Я потому что там ел, как не в коня корм, понимаешь? Я ел все подряд. Блинчики, пончики, оладушки, тортики, салаты, какие-то тефтели, котлеты, мясо. Все подряд ел. Какие-то снеки, вареники. И я понимаю, что я сейчас вообще прям... И я приехал домой и начал опять отпиваться водой. Отпиваться водой. Что это такое? Что это такое? Как интересно, написано стекло. А что это такое? Подушечка безопасности. Шорцы. Какая-то шняшка. Бумажка. Крышка. Силиконовым ободком. Серое стекло. Очень... А, это к блендеру, наверное. Что за крышка такая с силиконовым стеклом? Что это такие? Что это такое? Я не знаю. Прикинь, вообще. Все, девчонки, я иду в повара. Ну что, прикольненько. Только я не знаю, куда я ее припандюрю. Ну где-то маленькие кастрюльки. А, это может для моей сковородки маленькой, слухайте. Может она подойдет. У меня есть сковородка маленькая, я там жарю. Прикольненько. Надо яичницу пожарить.
Ну, так что сейчас я буду на разгрузке, потому что я подумал, я еду на отдых, поэтому можно поесть. И я ел все подряд. Хорошо, хоть 2 дня. А ты представляешь, блин, если бы я на неделю туда полетел. Открываем, что здесь? Прикольненько. Еще коробку открываем. И у меня режим. Мне знаете, что самое, что радует? Что я проснулся сегодня 8:30, где-то в 8. Потому что там я рано вставал. И я всегда после отдыха, когда приезжаю, у меня такой режим кайфовый. Я так кайфую. И мне хочется подольше, так что меня ночью вырубает так хорошо. И я думаю, может быть, когда я буду терять режим, я буду на денек куда-нибудь уезжать. О, сковородочка! Кастрюлечка, вот у меня есть сковородка. Экстрасенс, мне кажется, чуть-чуть. Я чуть-чуть экстрасенс. Потому что, почему? Я видели, сейчас прям минуту назад говорил про сковородку. Я притянул удачу, как Ольга говорит. Ой, какая хорошая сковородка. Ты посмотри, посуда летая. Манюнь, ты посмотри. И крышечка у нее снимается, ручка, ты посмотри. Итак, это какая? Я очень доволен. И она здесь со своей крышечкой. Я прям пойду яишенку пожарю сейчас себе. Смотри, какая песня. О, красота. Красота. Шо это такое? Шо это? О, какая-то палка-копалка. На ощупь. Это силиконовая штучка-дрючка. Надо тогда старые выкинуть. Потому что я выкину старые, а то у меня, знаешь, как бывает, скажут, до лучших времен убери. Старую кидываю, новую оставляю. Чистите атмосферу, ауру. Что здесь? Что здесь такое? Нет. Что это? Господи, сколько ты мне лопат надарила? Что мне с ними делать? Какое-то лопатовское счастье. Мама мне, Санта-Лючи, надо прям убрать куда-нибудь. Что, тоже лопата? О, господи. Пусто. Так, ну тогда старое выкидываю, все. Все, пойдем. Маме показывать все. Хвалиться. Что мне надарили, задарили. Да? Спасибо тебе большое. Реально спасибо большое, задарила. Прям все в хозяйстве пригодится. Сейчас пойду жарить яишенку. И пойду поливать цветы. Подкармливать цветы, поливать цветы. Спасибо большое, кто распаковал со мной эту красоту. В коробке потом я все выброшу. Итак, спасибо. Обожаю вас. Вы лучше всех. Люблю. Чмоки-чмоки, лобби-щеки. Пока-пока.